Сегодня, 7 мая 2020 года, я со своими помощниками прибыл на адрес своего округа, чтобы возложить венки герою Советского Союза, который проживал в этом доме. Это Будорагин Виктор Александрович. Мы всегда будем помнить подвиг наших дедов, благодаря которым мы живы, ходим спокойно на этой земле. Поэтому я понимаю, что сейчас такая сложилась ситуация, народу достаточно очень мало присутствует на улицах, но давайте будем помнить, чтить память тех людей, которые своим героическим поступком сделали так, чтобы мы с вами жили. С наступающим вас праздником, дорогие друзья! Огромное спасибо нашим ветеранам за их великий подвиг, за светлое небо над нами. Всегда будем помнить их, их подвиг. Уважаемые ветераны, мы гордимся вашим героическим поступком и никогда этого не забудем. Спасибо. И знают люди, и помнят небеса, твой храбрый подвиг, родные голоса, кричат спасибо сквозь расстояния. Почтим их память минутой молчания.